боже мой! О, боже мой! Давай, 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 давай! Ребятишки побежали. Да-да, веселись, веселись, скоро твой забег. Не 40 минут. Сережа только что разминался. Что ты не разминаешься? Вот так. А там детки готовятся к забегу на 2 километра. Побежали. С нами находится Паша Коваль, это координатор «Трезвой Украины» в какой области? Житомирской. Житомирской области. Какие у тебя ожидания от того, как ты сегодня пробежишь? Что ты будешь бежать? Сколько километров? Я буду бежать 10-й в жизни полумарафон. Немало, немного, немало. Час 38, думаю, надо разменять. Это далеко не личник, потому что час 35 личник. Но все равно это будет достойный для меня результат. Более-менее постоянно готовился. И опять покажу, что трезвость – норма жизни. И человек, который даже не периодически занимается видом спорта, но при этом живет трезво, может показывать достойный вид. Правильно. Ребята, бросайте пить, становитесь такими, как мы, правильно? Так, Кирчик Сергей. Кирчик Сергей. Расскажите мне, что вы знаете о Кирчике Сергее? Это сверхчеловек, это мегаплавец, просто хороший пацан. Таких людей я в своей жизни, может быть, даже и не встречал. В свое время, после того, как я с ним познакомился, у меня появилась большая мотивация к жизни. Стимул. Слушай, Сережа, да ты великий человек. Оператор даже не представляет, насколько он великий человек. Оператор будет постепенно об этом говорить. Буду. Пробежу, я корова. Ну что? Хочет рахувати. Хочет рахувати, то еще. Дают нам команду, что можно. Можно давать старт. Друзі, коли буде після одинички буде постріл, будь ласка, такі щедрі оплески, тому що ми в прямому ефірі на їх спорті, щоб вся країна і весь світ бачили, як ми вміємо болювати. Поїхали рахувати, Діма, після цифру 1 буде постріл. Дмитро Баранівський, рекордсмен України з марафонського бігу. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сережа, давай! Есть, похоже, меня чуть не сбили. Давай. О, так. Красавцы, побежали. И за ними будем встречать на финише 5 верст. 5 верст – это 5 километров 200 метров. Вот так вот. И оркестр поддерживает, все поддерживают. И, конечно же, я поддерживаю. Тримают участники, это очень важно для них. Значит, там підтримка, яка покращить результаты, это точно их. Кто бежит? Мимо. А ось він, Володимир Киц, лідирує у нас на дистанції 5 верст, титулований земляк, Київська область, Терезино. Володимир Киц, під наші оплески. Фініш тут, Володя, трішки праворуч візьми, можна включати поворот. Вітаємо, Володимир Киц, переможець на дистанції 5 верст. І другим у нас фінішує номер 25-27. І вітаємо Дмитра Лашина, лідер на півмарафоні. Ось навіть машина не встигає за ним. Давайте підтримуємо. Дмитро Лашин, зірковий наш стаєр.
Полумарафон тоже. Да, не, они надо делать. Двое уже лидировало. Чё кричишь? Не кричи. Артем Казбан у нас третім долає дистанцію на півмарафону. Підтримайте тут перше коло з чотирьох на дистанції на півмарафон. Наближається, там бачу, що і передача естафети. Естафета – це на півмарафон поділена на чотири етапи. Тут представлені команди Кант Стоп, Цоп Терезине, Рун Бейс Київ, СК Арсенал 1 і СК Арсенал 2. Ось якраз СК Арсенал 2 у нас. Реально самі найстарші спортсмени з всієї України. Ми говорили навіть міжнародні. Гості теж тут є. С организацией немного запутались, не знают, куда кого посылать. Ага. Підтримуємо учасників на дистанції. 29 номер Сергій Українець, Рівненська область. Він долає марафон. І, напевно, він лідер, здається, серед марафонців. Підтримуємо, не шкодуйте долоньок учасників, яким ще довго-довго. Тетяна Вернигор. Харків першою серед дівчат фінішує на дистанції 5 верст. А де наші щедрі оплески білоцерківські? Кременчук! А ось і Віктор Роговой, наш легендарний марафонець. Сьогодні він змагається на півмарафонській дистанції. Тепер ждемо Сережу. Не забуваємо аплодувати на кільці. Вікторія Капіліна, лідер. Давай, Дар'я Михайлова з Гугою біжить на марафонській дистанції. Ребята, проходіть. Теж Київська область Дар'я Михайлова, спортсменка. Підтримуємо. Сережа, давай, ти молодець! Вообще, класний, крутой! Давай! Отак з посмішками фінішують учасники. Класно, і гарні фотографії будуть на фініші. Це 5 верст має снувати, а на півмарафон і марафон. Далі біжать номер 50 Олена Федорова, місто Київ, вона третьою наразі. Як діла? Отлично, все по плану, 5 верст, 20 минут. Так ти, по-моєму, либо 5, либо 6. Где-то так, вообще красавчик. Если бы еще не за долбой стартовал, может, из 20 вышел бы. Если бы... Да, и чуть жарковато оделся. Ну, я говорила, что надо было раздеться вот это. Побежалось хорошо. Классно. Так, а как ты стартанул, я чуть не поняла. Как ты только что сказал, с головой? И, ну, я не с первых рядов стартовал, мне пришлось оббегать медленно. Это все время. Очень доволен. Ну, слава богу, теперь у тебя есть палочки. Для тебя, для оператора, специально для моего оператора, эксклюзив. Бегайте, занимайтесь плаванием, ешьте, пускай даже палочки, и будьте трезвы. Вот так вот, как Сергей Кирчик. Да. Это Игорь Слюсаренко, он у нас победитель «Пробега зверу в сердце», также марафона от СЛК «Нефтехимик», правильно? Вот, вчера победил, сегодня прибежал третьим на Белоцерковском марафоне в 5 верст. Да, третьим. Серьезно, да? Как ощущения? Чем доволен, чем недоволен? Честно говоря, ноги забиты, усталость, почти ночью не спал, то есть вчера пробежал, пока подготовился, пока этот маршрутка, то есть целый, ну, так, в колбасе такой, весело было. То есть начал бежать, первый где-то километр полтора вроде бежал, потом бах, вот как жук обрушилось. Тяжело стало? Тяжело стало, я бросил и уже добежал просто. Наверное, жарковато, не жарко. До меня я вчера пришел еще такой насморк, чуть-чуть какое-то такое заболевание, я чай напился, тут давал так хорошо. Поэтому будьте шоколад. Спасибо, Фондор. Це пробігає перший на даний момент на дистанції 42-195. Біла Церква, 2016 рік. Капець, от це он машина. Так, оператор, скажіть пару просто слів. Просто машина. Вообще, ну, на самом деле, учитывая то, что сегодня было в Белой Церкви ночью,
Днем меня все устраивает. Мне нравится марафон. Здесь классные люди, крутые спортсмены, вообще крутые. Девчонки такие обалденные вообще. Так что приезжайте в Белую Церковь. На все-таки приезжайте, да? Вторую половинку. Ну, хотя бы ради этого. Только не ночью. Только заранее нужно забронировать номер в гостинице. Да. Иначе никак. Спасибо. Иначе придется спать в троллейбусе.